песке он плохо просеивается. Пшеничка, она гладенькая, она легко, он один мог сеять. А здесь он застревает, и проволокой получалось так, что надо было туда проталкивать. А там пыли. Я в зеркало на себя посмотрел. Ну, я думаю, что как будто бы я расу поменял, стал негром. Вот такой я был. Ну, потом поехал отмываться быстрее. Никому не говоря, там с мылом и все такое. Игорь Александрович, когда с работы приходил, всегда черный. Вот тут я понял теперь, какой это, какая это теперь работа. Пыльная. Ну все, там осталось-то нам немного, но трактор медленно таскает. Получилось до пяти вечера. А вы какую работу выполняли вообще конкретно вы? Конкретно проволочкой я толкал это... Этот овес непослушный, который не подчиняется уставу нашему, туда толкал, чтобы он в нужное место падал. Вот. А то не падает. Ну, за руль я не решился сесть. Трактор, он говорил же, что он не предназначен для этого, он его посадил один раз. Муфту испортил. Поэтому что я буду садиться туда? Портить его. Ну, какие у нас были нарушения? Какие нарушения? Никита Андреевич, возьми. Что у нас? Я расскажу сразу, то, что я видел. Ну, а то он рассказал. Выходи сюда. Ну выходи, брат. Что ты видел? Что за диво такое? Казалось бы, все уже у нас в лагере кепку было, ранил. Но еще Тарас. Что-то может быть. Тарас, кепку. Вот при игре вышибало повздорили ребята некоторые. Нестор и Павел. Кого называют сразу сюда выходить? Вот между нами. Мужчинами. Нестор, ну он выйдет. А Нестор, выходи. Туда кого-нибудь поставьте. Баба Валя, побудьте там. Не надо просить. Рядом с тестом постойте. Ну, я не знаю, что там у них случилось. Может, по расовой национальности какая была у них сплочка. По расовой, да? Да, ну. У нас что здесь, нацизм, что ли, или фашизм какой-то? У меня только по фамилии называлось. Один кричал «Слава Казахстану», другой «Слава России». И тут они столкнулись, да? Да на кулаках. Почему? Казахстан бы не долго. Так, тихо. Так, что случилось-то? Что ты видел? И он что-то как-то... Дичил совсем, подбежал, прям в прыжке ногой, так как в школе такое я такое видел. Это не в шутку было сделано. Ничего, серьезно. Там очень серьезно это было сделано. И куда он ему зарядил? Ну, когда в спину Нестор упал зарядил. И лежит. Ну, тоже притворяется. Ну, удар был очень такой, я не знал. И еще что дальше было? Ну, еще я его удалился. Стал его добивать? Не, ну куда добивать? Нет. Нет, он... Так, что-то с тобой произошло. Что-то бес на тебя нашел вдруг. Потому что он меня только по фамилии называл. А? По фамилии меня только называл. Ну и что? И что у меня в школе? Меня тоже Савченко называют. Я что, с первого разворота должен бить, что ли, или что? Он прикалывался над его фамилией. Да. Мысли? А какая тебе фамилия? Как тебе фамилия? Мой Бородин. Так, ты что скажешь? Чего есть? По фамилии называл. Да? Который? Лиша. Что произошло-то между вами? Ну как петух, я не знаю. Вот так. Ну погромче, вот сразу язык, все. То такие живые энергии. Просто язык проглотил и все. Ничего нету. Че, объясняй, что произошло? Объясняй. Что ты такое назвал, сказал такое? Да. Ой, Ваня, я как раз рядом сидел с ним. Ничего он не называл. Пока. Вот Ваня знает. Да надо, чтобы они сказали вначале, я а потом сидел рядом. Свидетели говорить. Я потом, свидетель. Что ты сказал ему? Быстрее говори. Нет. Как ты говорил, на его за фамилии? Что он на тебя-то бросился? Он не просто так же. Какой-то точно кипение дошло. Что ты назвал? Что ты такое сказал? Говори. Мы все ждем, что пока ты расскажешь. Май Бородавка, он говорил на пасту. А сейчас что ты боишься? Думаешь, он тебя тут это... Давай. Ну давай вот так встанем, чтобы ты не боялся. Давай, у нас весовые категории разные. Ну давай, у него ничего нету. Вдруг язык проглотил. Это, говорил на него постоянно, май бородавка, вот наша май бородавка. Говорил так? Вот обзывался, значит. Говорил так? А он напал на него? Ну да. Тут разозлился, он ты спровоцировал это сам. Но это не значит, что он молодец такой. У нас не положено никого бить. Я ему говорил замолчи, он не затыкал. Ну мало что ты говорил. Нет, ты почему ты не сказал пошли к старшему? Ну, забыл. Вот сейчас будет отбой, чтобы не забыл, подойдешь и почитаешь. Устав. Наш устав. А то он тебя вот так бац и придавит.
И завтра еще дядя придет, добавит. Нашу ставку как плита некая. Ты вот его подтащишь, как мышка. Там забыл, там ты что-то с лука. Он на тебя оп и упал. Костя, встань на место. Устав. Забыл. Вместе с Нестором пусть Виктор Николаевич почитает. И ты подойдешь, правильно. Чтобы не обзывался. Ну, там тоже написано, не обзываться. Становитесь. Завтра еще Игнат Тихонович придет. Еще что у вас было сегодня? Так, еще у меня насчет девочек. Они часто ходят, тихо, в келли заходят. Это нужно отсечь. В келли заходить раза два-три, не больше. Или вообще, вот утром вышел в 4:40 и заходишь в час ночи, когда хлеб испечешь. Это я взрослый говорю. Не надо так часто в келли бегать, особенно Ксения. И сегодня я заметил, они без разрешения заходили. Было такое? Да. Так, ты тебя спрашивают. Ксения, было такое без разрешения? Не помню. Но они у меня всегда спрашивают. А я спросил у тебя, что вы там делали? Ты сразу такая, вы спросили? Ты ничего, молчишь. Молчишь, значит, ты не спрашивалась. Не помню, не лукавьте. И имейте в виду, кто старший, чтобы по пустякам их туда не запускать. Другие смотрят на это и заходят тоже. Ну, особенно маленькие, они забывают, что без разрешения нельзя туда. А дальше у нас это правило не просто мы так вас прижимаем, чтобы как-то вас принизить, унизить. У нас воровство было. Поэтому мы делаем всякие преграды, чтобы этого не было. Поняли хорошо? Да. Поняли. И всегда расспросите, вот Галина Александровна или Валентина, баба Валентина, Валя, или другие кто. Зачем тебе туда надо? И, кажется, не надо ничего. Так, все, молимся. Кепки удалите свои, чтобы они не мешали. Быстрее. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателя. Приди, вселися в ныне, очистенные от всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и во веки веков. Отче наш. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, не находясь в никакого оправдания, не грешности, не смысле как в молитве, это молитва, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, помилуй нас, и не вспомни беззаконие наше, при зрении души милосердия, и избавь нас от врагов наших, чтобы ты Бог наш, и мы люди твои, и не дело рук твоих, и мы на тебя призываем. Ныне Христа во веки веков. Аминь. Милосердие, двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, чтобы избавились с Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и добежат от лица Его все ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога,
и знаменуешься крестным знаменем веселий глаголющих, радуйся, причестный животворящий крест Господень, прогоняя бесы силы тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьявола и даровавшего нам крест вечестный на прогнание всякого супостата, о, причестный животворящий крест Господень, помогай мне со Христом Госпожой, Деву Богородицы со всеми святыми, во веки. Аминь. Огради нас, Господи, силой честного и животворящего Твоего креста, сохрани от всякого зла. Господи, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя за прошедший день, за все Твои милости и щедроты. Слава Тебе, что сохранил путешествующих сестер и благословил брата Игоря закончить посевную. Да будет все во славу имени Твоего Святого. Благослови, Господи, всех направляющихся сюда или отъезжающих, болящих братьев, сестер, посети милостью Твоей, облегчи их страдания, утиши огонь болезни, Господи, направи мысли к горнему, чтобы не возроптали они и не малодушествовали. Даруй детям страха Твоего, веры и послушания, и удали всякую нечистоту из их сердец. Наполни сердца наши благодарностью за дивные Твои дела. Господи, слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебе, сохрани всю ночь. Поставь свою невидимую охрану над нашим лагерем и селением. Посети, Господи, нищих сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темница за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. И всех православных христиан, посети милостью Твоей. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими, Господи, все моления наши, воздеяния рук, как жертву вечернюю, пред престолом благодати Твоей. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится нас во благо нам. И прими наши молитвы, о всех заповедавших молиться о них, да будет все по воле Твоей Святой. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спокойной ночи, простите меня ради Христа. Семь ударов, отбой. Кто на часах остается и кто к уставу изучать его будет? Нет, нельзя попить. Особенно маленьким. Ничего страшного, потерпите. Так, старшие, отмахивайте и комаров, и мошек. Поэтому заводить нужно их внимательно. Я здесь, а вы туда? Сходите в туалет. А зачем это? Ну, это, может, я еще не уеду даже. Это, может, через других... Через несколько минут, чтобы никого не было, кроме тех, которые здесь. Здесь. Давай. Так, еще кто был с тобой? Андрей. Все, Андрей. 12 минут, время пошло. Где твоя винтовочка? Надо было оставлять и вот сюда вот винтовочку складывать. А вот автобус. Какой? Не пить, не курить, не лгать, не воровать, не материться. 5 принципов. Так вот, начать надо с 5 принципов. Но я не матерюсь, ну, не пью, не курю. Запомнил 5 принципов? Назови их. Не материться, не пить, не курить. Спрашивает, слышал твой вопрос? Что мне делать, чтобы здесь жить? 18 лет, чтобы не курить. Да. Не пить, не курить, не лгать, не воровать, не материться. Угу. Даже, может, человек неверующий. Ну, у нас они не приживались, как правило, всякие пакости творили. Но он не курил так, пил там у себя отдельно дома, с актом сильным дебоширил. Не матерился при всех, поэтому жил, но он пакости творил все равно. То есть, как бы, когда не может... То есть, заводите его. То здесь можно купить участок, да?
до деревни. Вырасти сначала, подрасти участок. А потом, если ты искренне будешь искать Господа, Господь все устроит. Так, пошли. А вон у тебя винтовочка. А куда пошел-то? Полтора часа можно стоять? Нет. На час. Так, все, заводи их. Заводи Тараса. Иначе он на часах будет стоять. Вещи разбирайте свои. Здесь кого-то завели, опять на вертушку не закрыли. Тарас, под кровом матери, Никита. Конечно, спокойно. Никита, почему на вертушку-то не закрыли? Закрыл. Кто-то вошел только что. Кто-то зашел только что. Почему один зашел, когда отмахивать должны? Тщательно отмахивать. Так, быстрее. Быстрее. Ты чем дольше ходишь, тем дольше у тебя отбой будет. Это у нас накаженные. Они разговаривали в келе, поэтому стоят на комариках с такой винтовочкой. Ну, маленький, по полчаса каждый вечер, а всего два часа. После отбоя не должно быть разговоров, ни смеха, ни шепота, ничего. Зашел в келью и ложись. Вот такая дисциплина. А то бывает до поздней ночи в других лагерях балуются, а поздно потом встают. Это неправильный режим, безбожный называется. Наоборот, раньше ложиться ребенку надо, раньше вставать. Кто рано встает, тому Бог дает. Мы читали в Евангелии, что Господь встав весьма рано. Ну и апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И святые также к этому стремились. Урезали сон, раньше вставали. А детям говорят, это не надо, это еще рано. Но если детей не поднимаете, потом кто с них будет? Надо поднимать раньше. А чтобы выспались, пораньше ложиться. Все. Сегодня у нас 17 июня 2015 года. Вот у нас лагерь «Стан» встал утром. Сходили за водой, помолились, зарядку сделали, Слово Божие почитали, Евангелие с толкованием. И сейчас с утра до завтрака мы пилим дрова. Маленькие мальчики-то покрепче вас. Работают парни как? Солдаты, да? Так, давайте, шевелитесь. Чего вы так? Арсений, где твоя кепка? Там. Как это там? За станом один горячий. Иди быстрее забирай. Чего ты пилишь до сих пор? Быстро. Горячего получишь. Без кепки, за станом. Собираем щепочки под ногами. Я покажу, куда это. Вот они, вот такие вот. Это все на костер будет. Рукава можно закатить. Ксюша, что ты ходишь? Иди, держи им это бревно. Держи им. Что ты ходишь-то? Пальцы только не прищемить. Так, Аня, смотри, а то это... Все, дальше продвигай. Ты слазь, Тарас. Слава, слава, слава тебе. О, молодцы. Паша, Ваня, чего вы такие умирающие? Видите, как надо пилить? Пальцы осторожней. Тимофей, ты не стой. Ищи себе работу. Где тебе эти полежки? Ищи их. Вот здесь ты можешь прищемить. 20 сантиметров. Здесь до конца сейчас не допиливайте. Ну, можно даже печку пойдет, пополам поставить.
Так, не ломать, переворачивайте, переворачивайте. И допиливайте. Не надо ломать тут. О, молодцы. Тимофей, вот, напилили уже. Иди, бери у них под ногами. Так, вот еще. Опа! Ну все, не надо отпускать, девочки. Ну только сейчас говорим, что отпускали. Пойдем мы. А, нет, я покажу, куда мы сели. Вот так у нас лагерь стан каждое утро. Усилил дрова. Потом сестры нас готовят. Вас тут показать, чем вы занимаетесь. Время у нас без 15:07 доходит. Ну, долго одеваются они. 17 июня 2015 года. Вот мы находимся в детском православном лагере Стане. Вот девочки пришли, покупались. Вот. И тут вот я на пекарню захожу. Вот тут Вик Николаевич, старший воспитатель, готовит. Россия должна встать. Ну-ка давайте втроем. Россия должна встать. Россия это мы. Дядя, сюда нельзя заходить. А что ты делаешь? Нестор, отойди. Ты сам туда нельзя заходить. Тут стряпай. Вот Паша у нас приехал из Казахстана, учится стряпать хлебушки. Накупались? Лера? Да. Можно я буду охранником? Ух ты. Шаг назад. Можно я буду охранником? Сюда не заходим. Без спецодежды нельзя. А вы знаете, как хлеб надо делать? Можно спецодежду одеть? Да все еще раз, пока одного я принял в качестве эксперимента. Нестор, не лезь к нему. Вот, ты долго мнешь, надо побыстрее. Так, ну-ка отойди. Формулы. Я маленькие булочки делаю, он плохо поднимается, поэтому, чтобы не пекло. А мы где будем кушать, на куче или тут? Не знаю, у нас демократия. Говорят, США только демократия, у нас тоже демократия. Там, правда, дерьмократия, а у нас демократия настоящая. Они голосуют, когда пораньше им спать. Захотят полдевятого. Хорошо. Дядя Володя, вы упали. Давай, Паша, учись. Пригодится все в жизни. Видишь, Паша, а если получится, следующий я. Затрачивается. Я жить. А если получится, следующий я. Ну, посмотрим, если помучишься. Вот раз. Вот так вот. Вот так, раз. Постучал и пошел. Ну, правда, это небольшие булочки. Ну, ну. Вот так у нас в лагере Стане. Научаются все разным ремеслам. Ремеслам. Ну, дальнейшие ребятишки. Анфиса приезжала Устинова. И с девчатами купалась, с девочками. А мы где будем кушать? А ты сейчас сидишь тут. А я ногу повредил. Повредил? Да. Что ты сделал? Ушиб. А, ушиб. Так, всю пятку не надо отпускать. Вот у нас. Леонида учится стирать. Или ты уже умеешь стирать? Умею. Умеешь, да? Ну и что, получается у тебя? Угу.
слава богу. Это ты, будущая хозяйка, тебе это все надо будет. Вот Ваня. Это у нас Арсений. Это у нас Кирилл что-то. А что-то ушиб или что? Да ушиб я это. Футбольный мяч только надул дядя Витя. Да. Вот, Ваня побежал, я по нему же ударил, и у нас это... Как там? Столкновение. Да, столкновение получилось его. Он мне по ноге похож. Дает у Мерседеса. Я его почувствовал сильно. А давайте на кучу будем кушать, а? На куче? Да. Да, давайте мы в час не кушали на куче. А, ели. Пожалуйста, серьезно? Давайте на куче. Ну что, а что такое? Мы хотим там. Хотим, да. Там, вот, комаров. Там меньше комаров, там лучше. Там лучше, понятно. Ну, как Господь сделает. Вот у нас Никита учится тоже играть на гитаре. Сколько времени ты делал? Да куда бить-то? Время без 27 еще. Рано еще. Расскажите, сколько правильно? Слава Богу.